от столицы Дальневосточного Китая до столицы Римской империи на протяжении 15 столетий на 7000 километров простирался Великий Шелковый Путь. Преодолев труднодоступные перевалы, караваны спускались в благодатную Ферганскую долину. И первым транзитным городом после труднейшего путешествия был Ош – мост между Западом и Востоком. 19 августа из глубины веков только на один день караван снова придет в благословенный город Ош, знаменуя начало первого туристического фестиваля «Ошфест 2017». Караван придет в Ош. Краски восточного базара, пьянящий аромат специй, изысканная ошская кухня, древние ремесла и традиции – все это ждет вас на фестивале «Ошфест 2017». Welcome to Ош!